27 марта 2016 года в Кыргызстане пройдут выборы депутатов местных кенешей. Желающим проголосовать необходимо проверить себя в списке избирателей не позднее 11 марта. Проверить себя в списке избирателей можно следующими способами. На сайте Государственной регистрационной службы www.shailo.srs.kg. В своей участковой избирательной комиссии УИК, позвонив в колл-центр Государственной регистрационной службы по номеру 119. Звонок бесплатный. Сегодня ты выбираешь свое завтра. Голосуй!